Здравствуйте, вы на канале Купи на дачу. Сегодня у нас на обзоре новинка 2020 года от компании Штиль — аккумуляторный аэратор RLA240 линейки аккумуляторных устройств Компакт. Несмотря на то, что это устройство в принципе совместимо со всеми аккумуляторами серии АК, производитель рекомендует использовать с аэратором аккумуляторы средней и высокой емкости АК20 и АК30. Ширина обрабатываемой поверхности аэратором RLA240 34 см. Легкий и маневренный, весом всего в 14 кг, он идеально подойдет для работы на небольших извилистых газонах вокруг сооружений на садовом участке. В комплекте с аэратором вы получаете два вала насадки. Это аэрирующая насадка вал и насадка вал-вычесыватель. Корпус аэратора изготовлен из высокопрочного полимерного материала, он не боится механического воздействия и коррозии. В конструкции предусмотрена шестиступенчатая центральная регулировка рабочей глубины от 7,5 до 9,5 мм. В комплекте есть мягкий травосборник емкостью в 50 литров. Электромотор обеспечивает частоту вращения рабочего вала в 3500 оборотов в минуту. Видимо, потому что аэратор RLA240 новинка ассортимента компании Штиль, нам не удалось найти параметры продолжительности работы устройства на одной зарядке аккумуляторов АК20 или АК30. Если у вас уже есть в садовом хозяйстве аккумуляторное устройство серии Компакт, аккумуляторы и зарядное устройство Штиль AL101, этих инструментов совместимы с аэратором RLA240. Для компактного хранения аэратор снабжен складной рукой от кооператора в три позиции. Есть специальный предохранительный ключ для безопасности от включения детьми. Новинка 2020 года от компании Штиль – аккумуляторный аэратор RLA240. Сегодня можно купить в сети магазинов «Купи на дачу».